Добрый день, дорогие друзья и подписчики моего канала. Это дополнительный канал. Он у меня висел. Основной канал «Мир путешествий, отдыха» Вова и Катя. Просто я его немножко подхватил. Хочу на нем делать полезные советы и наблюдения, и делиться опытом, что есть у меня с вами, дорогие друзья. Ну и начнем вот с того, что вчера ночью я немножко лазил по интернету и нашел такую информацию интересную, что появилась. Так, это вот основной канал. Такую информацию, что появилась новая платформа. И называется это альтернатива YouTube. И называется Рутюб или Рутуб. Как правильно, даже не знаю. Так, получается, платформа эта вообще существует с 2007 года, но она не была монетизирована, она не раскручивалась, так болталась, даже не знаю, как она выглядела. Но с конца марта закрыли, как вы знаете, Яндекс Эфир. Все каналы, что там находились, попросили перенестись на Дзен. И появилась с 1-2 апреля новый Рутюб. Вернее, он уже был, но появилась на нем монетизация и обновление. Опять же повторю, что я не помню, как он, не знаю, вернее, как оно выглядело до этого. Но сейчас он выглядит вот так. Они, это российская платформа, получается, они полностью скопировали все с Ютуба. И как говорят, что, ну, ходят такие слухи, что если все нормально, удастся ее нормально раскрутить, то она заменит Ютуб на Российской Федерации. И сейчас попробуем поговорить о плюсах и минусах ее. Что я успел узнать вот за эту ночь. Так, ну вот, главная страница получается, вот она, как она выглядит. Ну, здесь опять же, как в YouTube, есть популярные, трансляции тоже есть. Подкасты, видеоигры, обучение. Даже вот тоже путешествия тоже есть. Вот уже, ребята уже сюда уже 4 числа уже и повыкидывали. Так, а мы продолжим дальше. Скажу, что я уже зарегистрировался. Вот я, получается, захожу на свою страничку. Регистрироваться здесь, получается, вводите электронную почту, придумываете пароль. Ну, как бы регистрация здесь простая. Придумали пароль. Так, потом, ну, то же самое, как на YouTube. Вот это главная страница. Настроить вид канала. Заходим тоже, как и в YouTube. Фотографию. Обложка канала. Ну, на фотографию 6 мегабайт. На обложку 10. Опять же, название, описание. Ну, и сохраняйте. Тут как бы все просто. Так, что еще тут на главной странице? Я вот повыбрасывал уже видео. Вчера сбросил и вот сегодня. Сегодня уже получается 6 просмотров. Так, видео, плейлисты и о канале. Так, здесь все понятно. Переходим в творческую студию. Здесь она называется «Управлять студией». И что мы... Давайте пробежимся. Так, это видео, которое я вчера загружал. Только почему-то вот 6 у меня нормально загрузилось. А вот Китай 4 отклонено. Просто оно, наверное, модернизировалось, а я выключил компьютер. И поэтому они, ну, просто-напросто, наверное, не подхватило. Сейчас мы попробуем заново это все сделать. И получается,
Ну ладно, давайте по порядку. Так, видео, плейлисты. Плейлисты то же самое составится, как на YouTube. Создать плейлист и добавляйте туда видео. Загрузка видео. Так, аналитика. Аналитика здесь тоже так, даже мне кажется, получше даже сделана. Ну не получше, проще она сделана, чем на YouTube. Здесь количество просмотров. И самое главное, что всех интересует, это монетизация. А монетизация здесь такая, получается, вот суперская. Получается, набрать 5000 просмотров на своем канале. 5000 просмотров. Но просмотры не засчитываются меньше минуты. Если видео типа шорста 58-59 секунд, это в просмотр уже не засчитывается. Так, здесь, ну вот, требования заключать оферту. Вот тоже есть проблемки здесь, кстати. Так, где-то я читал. Вот, сразу первый пункт, я так скажу своими словами, или партнером может стать только резидент Российской Федерации. При этом он может быть как юридическим и индивидуальным предпринимателем, так и самозанятым. Только резидент Российской Федерации. Так что те, которые не проживают в России, не имеют свое ИНН, они не могут сделать. Вот, допустим, у меня получается гражданин России, но я не проживаю. И мне монетизироваться нельзя. Но это может временно, пока мы начинаем забрасывать, исследовать эту платформу вместе с вами. А там дальше будем уже смотреть, как это, что будет выглядеть. Так, ну вот это такая вот самая главная информация, что именно резиденты Российской Федерации могут только монетизироваться. А, ну еще там такой вот момент. Так, а также по усмотрению администрации Рутуба физические лица из числа граждан Российской Федерации без какого-либо специального налогового статуса достичных 18 лет. Ну это такая вот, тоже такие подпунктики, и тоже так непонятно на усмотрение администрации, как она там будет усматривать. Так что вот такая штука, платформа новая. Ну и как бы вместе с вами будем ее, буду держать вас в курсе и будем смотреть, что на ней будет происходить. Загрузка видео, вот допустим, требование к видео должно максимум 10 гигов быть. Советы: заполняйте данные, пока видео загружается и обрабатывались. Ну и остались вопросы. Допустим, к примеру, ну вот, выбираем файл для загрузки. Давайте попробуем сейчас загрузить. Например, как она будет это все выглядеть. Так, вот у меня там китайский немножко не загрузился. Так, ну, пробуем. Вот поставили на загрузочку. Так, сейчас мы попробуем, чтобы не вводить заново, и копировать это все с YouTube. Я вот таким макаром это все копирую и переношу на вот сюда. Вставляем. Так, еще вот такой момент интересный. Стоял спорный вопрос. Ссылки в описании, которые вот стоят, да? Это же ссылки идут на YouTube. Сомневался, что модератор не пропустит. Но вчера я ночью попробовал. Все, оно пропускает. И получается, люди, которые будут просматривать это видео, заходить по ссылкам и перекидываться сразу на YouTube. Ну, это как бы дополнительный такой плюсик. Так, ссылочку, название
скопировали, написали, описание тоже написали. Открытый доступ или доступ по ссылкам. Я пишу открытый доступ. Выбираем категорию, к примеру. У меня это путешествие. Так, идет загрузка. Но почему-то она вот красной линией. Ну ладно, будем пробовать. Так, еще есть вот такая штука. Сгенерировать по тайму изображение. Потому что изображение выскакивает на усмотрение Рутуба. Я пробовал генерировать. Сейчас вот мы, оно загрузится до конца. И попробуем. И еще запланировать публикацию. У меня уже запланировано. Это вот получается на 16 на 19.00. Сделаем вот так. И потом сгенерируем картинку по тайм-коду. Вот уже началась обработка. И тоже скажу, что обработка, загрузка как бы идет, ну, более-менее нормально. А вот модерация, она очень долгая. Мне вчера, по-моему, 4 часа модерировали видео, которое 20 минут. Но говорят, даже доходит что и до суток. Ну, будем пробовать. Так, заодно давайте попробуем еще одну открыть вкладочку. И загрузить еще одно видео. Так. Так, давайте вот это загрузим. Это получается китайский пляж. Сейчас тоже мы его найдем. И все, что на нем есть, мы просто копируем и переносим. Копируем и переносим. То же самое. Открытый доступ. Выбираем категорию. Категория получается у нас путешествие природа. С обложкой потом мы разберемся. Так, вот идет обработка. Теперь тоже планируем публикацию. Так. Давайте 17-го. Даже тут немножко сбился с этими. Так, 17-го загружается. Посмотрим это. Обработалось. Тоже в обработке висит. Где, в принципе, не сильно. Они по 6 и по 3 минутки. Но увидите, что... Вот здесь вот пошустрее пошло обрабатываться. Сейчас, если обработается, и мы попробуем все эти вот нюансы сгенерировать по тайм-коду и попробовать загрузить картинку. А то мне вчера приходилось картинку заново создавать и с компьютера забрасывать. А здесь, оказывается, можно немножко проще. Так, что тут еще? Ну, настройка канала понятна. Жалобы то же самое. Жалобы, справки, связаться с нами. Ну, то же самое, как и на Ютубе. И опять же, Рутуб есть в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере, Телеграм, Дзене. Так, что-то опять притормозило немножко. Ну, так, это нельзя покидать. Идем, перейдем. Просто когда, если покидаешь страницу, она тогда прекращает грузиться. Ну, и загружаются вот видео. Вот вы видите, как я поставил по тайм-коду. Вот оно, к примеру. Оно выглядит вот так. Комментарии. Тоже вот пальчики тоже есть.
Опять же, то же самое похоже, как на Ютубе. Так вот оно выглядит. Так, давайте посмотрим. Если оно не загрузилось, то мы просто сейчас посмотрим. Вот, допустим, изменить. Вот это давайте. Редактировать видео. Название, описание, опять же описание, все идет со ссылочками. Здесь доступ по прямой ссылке, потому что тоже я запланировал публикацию. Но вот минус в чем, что я не могу увидеть, где эта публикация. Очень так это. Так, и вот как ставить, сгенерировать по тайм-коду. Мы запускаем видео. Ох ты черт. Вот оно запустилось. И вы можете выбрать любую картинку. Ну вот, к примеру, пусть оставим вот такую, да? 0,0,18 секунд. И здесь мы выставляем 0,0,18 секунд. Так, это часы получается 0,0, а здесь 18. И нажимаем ОК. И вот вы видите, картинка у нас загрузилась такая. Сохраняем видео. Видео успешно сохранено. Видите, картинка поменялась. Ну, так же я и делал все остальные. Так, вот смотрим, что уже что-то у нас загрузилось. Добежала, быстро добегает. 96. Ну, сейчас вот должно оно уже загрузиться. Так. Пока загружается, нельзя покидать. Вот, видео успешно загружено. И оно идет, проходит модерацию. Ну, проходит оно модерацию слишком долго. И я обычно опубликовываю видео. Видео опубликовано. Видео опубликовано. Вот оно. Но оно еще без картинки, потому что оно еще даже вот оно не включает. Вот вы видите, уже фильмы пошли. Наша страница. Управлять. Так. И мы видим, что видео еще на модерации. Поэтому буду сейчас пробовать дальше разбираться, по какой причине у меня тоже отклонены эти были. Из-за того, что я просто вышел из канала. Обычно, когда проходит модерацию, ты можешь выключить компьютер, и оно как бы загружается нормально. А здесь вот получается, что что-то отклонено. Так что вот такая появилась новая платформа. Пока про нее еще никто ничего не знает. Но как можно пробовать как вариант, потому что 5000 просмотров, чтобы монетизировать, это как бы такие не сильно такие тяжелые условия, в отличие как на Ютубе. Ну, а я буду оставаться с вами на связи, буду прозондировать Рутуб и Дзен и скидывать, делиться советами и наблюдениями. Вы оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Все, до новых встреч!